Всем привет, общественный проект «Стоп-кач». Мы очищаем дворы от людей, которые унижают нашу самооценку. Пойдемте на рейд. Снимаешь? Да. Добрый день, молодые люди. Здорово. Движение «Стоп-кач». Не могли бы вы пройти, пожалуйста, в спортзал? Чего? В смысле? Занимаются спортом в специальных для этого отведенных местах. А здесь еще плохо, что ли? Здесь детская площадка, дети ходят, девушки смотрят на вас. Вот моя девушка. Здорово. Привет. Она постоянно насмотрится на вас, и мне дома на мозги капает, чтобы я отжимался, приседал. Оно мне надо. Ну, это же нормально. Ребят, пожалуйста, мы вас пока по-хорошему просим. Слушай, иди пообедай. Он бабулю разогрел, наверное, уже. Остынет. А можно, пожалуйста, наряд на Бажова 8? Да тут молодые люди на детской площадке полуголые ходят. Дети на них смотрят, девушки. Вот. Хорошо, ждем. Слышь, придурок, а ты что снимаешь? Возможно, да? Снимать. Да, Рома, беги! Рома, беги! Мы с ними пытались поговорить, они нас даже слушать не хотят. Ребят, ну вас же по-хорошему просили. Да не снимать. Но мы же ничего не нарушаем. А как это ничего? Вон уже все жильцы собрались, все против. Да задолбали они. Целый день на этих турниках болтаются. Мы с женой против. Да я на них собаку натравлю. Фас! Я надеюсь, мы друг друга поняли, ребят. Это был общественный проект «Стоп-кач». Присоединяйтесь к нашим рейдам, смотрите в соцсетях, мы выкладываем. Спасибо вам большое за... Киса, ты куда пошла-то? Слушай, да все, вырубай, сняли.